Еще один ребенок утонул в Саратовской области. В Петровске обнаружили тело 7-летнего Димы Елясова. Напомню, в конце прошлой недели в Балаковском районе утонул мальчик того же возраста. Водолазы обнаружили погибшего Ваню Голянца в реке Иргиз через несколько дней после исчезновения. Житель Петровского района Дима Елясов пропал в воскресенье. По предварительной информации, он ушел искупаться на пруд вместе с дядей. Тело мужчины обнаружили в водоеме почти сразу. Мальчика же нашли только спустя сутки.